Привет, дорогие друзья! Сегодня я хочу показать вам еще раз эту удивительную глазурь. Глазурь называется гурме. Она реально подходит для покрытия любых видов кондитерских изделий, десертов, пирожных, эклеров. У меня в этот раз пончики. То есть она воистину очень универсальный рецепт. Делается она проще простого. Я в этот раз буду использовать белую шоколадную глазурь. Почему глазурь? Потому что она чуть-чуть быстрее схватывается, только поэтому. А так можете взять просто обычный белый шоколад. Его нужно растопить. Шоколада я взяла 100 грамм. На 100 грамм шоколада берем от чайной до столовой ложки подсолнечного масла без запаха. Благодаря подсолнечному маслу наша глазурь не станет твердой, жесткой и будет более эластичной. И добавляем сюда 30 мл кипятка, именно крутого кипятка. Теперь мы можем пробить эту массу блендером, чтобы она у нас стала однородной. Не бойтесь за образование пузырьков, то есть они сами у вас уйдут. Вы видите, я добавила сюда капельку пищевого красителя. У меня самый обычный топ-декор, русский пищевой краситель. Он прекрасно растворяется за счет того, что у нас в составе появилась вода. И поэтому он хорошо красит, не остается никаких частичек нерастворенного красителя. И здесь, соответственно, поэтому не обязательно использовать именно жирорастворимые красители. Можно их, но не обязательно. Вы видели, я добавила всего капельку, я не буду делать очень насыщенный цвет. Мне нужен такой нежно-розовый получить, потому что у меня такие будут нежненькие пончики. Вы видите, глазурь еще жидкая. Я ее поставила в холодильник и периодически помешивала, так как на белом шоколаде она схватывается немножечко дольше, чем на черном шоколаде, допустим. И жду того момента, когда я смогу покрывать ней пончики, и она не будет у меня уже стекать. То есть мне нужно дождаться именно такой нужной мне консистенции. Если я переохладила, могу полноценно разогреть ее в микроволновке до нужного мне состояния. Посмотрите, вот до какого состояния я ее остудила. Мне даже потом придется ее чуточку разогреть, чтобы она была немножечко помягче и лучше ложилась. Но я вам хочу показать, как она хорошо ложится и нигде не течет. Я окунаю свой пончик. Она очень хорошо ровно ложится, даже вон не хочет с дырочки вот тут сбегать. Постукиваю, чтобы у меня она стала более гладкой. Она, в принципе, все равно у вас разойдется, она не у вас не станет сразу такой дубовой, как шоколад. Она все равно у вас будет мягкой, и поэтому она довольно долго становится жесткой. На нее можно приклеить все, что угодно. У меня это будут кондитерские бусинки такие. И вот такие вот очаровательные пончики. Посмотрите, сбоку вообще ничего не сбегает, а сверху идеально ровное покрытие. Также я использовала в этом тортике, который показывала в предыдущих своих видео. Посмотрите, с разреза вообще нигде ничего не бежит. Она не жидкая, она мягкая и очень вкусная. На нутеллу, я бы сказала, вот если с орехами похоже. То есть обязательно попробуйте этот рецепт. Я думаю, вам обязательно эта глазурь пригодится. А с вами был Кекс. До новых встреч. Пока-пока.